целевых действий такой рекламности для меня внимания. Это просто доставить мне устройство, которое я буду вам демонстрировать от меня в отходе. Ну и вот этим вы можете выбрать. В моей презентации будет несколько роликов для лица. Сегодня мне будут помогать открывать ее. Ну и мой доклад будет посвящен амбулаторной терапии. То есть цифры, ошибка амбулаторной терапии. Именно при бронхиальной астме остальных заболеваний на здоровье не будет. Какие проблемы вопросы встречаются у нас с вами в педиатрии? Почему педиатрии? Потому что амбулаторная терапия взрослой пульмонологии и детская, это проблема и земля. То есть вот что намного проще можно научить, объяснить, рассказать, показать. И количество недостаточных устройств, которые имеют высокую эффективность у взрослых, на порядок больше, чем у нас, педиатрии. Мы проводили когда-то эксперимент в 2008 году, я набрал фонарики и попытался подсчитать, сколько процентов пульмонолога этого голода не пользуются обычными ингаляторами. Как это проверялось? Покажите. Ну, вы поняли. Когда мы насчитали 14-15% детских пульмонологов, вопрос. Если ты не умеешь там пользоваться, может ли ты объяснить пациенту, как что-то делать? Это когда было в армии. Когда был в армии, у нас один был сержант, который подтягивал сигнал. Он подкидывал, посмотрел, а теперь вот так у нас там. И мы все думали, что он крутой. Он все у меня. Дальше, какие же эти базовые амбулаторные амбулаторы выбрали для базовой терапии, для кутирования. Расскажи, как плакса мы говорим, мы рассказываем о разнице, скажи, в принципе, разнице между небулайзером и спейсером, но внутри моменты спейсера могут иметь даже на мужество. Что же, почему мы используем амбулаторную терапию? Почему мы не используем таблетированные средства? Как мы используем, и потому что уйти от этого. Но, во-первых, потому что ингаляция – это минута, и эффективность от начала действия ингалятора, либо информации, 3-5-6 минут. Вы не 30 секунд, как у нас есть подсказка, что это не действует. Во-вторых, при поинтересованном пути мы вводим достаточно пути большое количество лекарственного вещества, минуя другие барьеры, минуя нагрузку на сердце, для доступности, когда это пройти, что это делает? В органе цели больше концентрации препарата, чем в стрелке крови, а при стабилизированном системе приоритете наоборот. Дальше. Системная доза большинства аэрозольных препаратов в мире считается так, что мы можем достичь эффекта с альбутамолом 15-20 раз меньше дозы при ингаляции, чем мы этого эффекта вернемся в таблетке. А в таблетке 15-20 раз в года больше. А вот года больше на 10, то 8-20 больше. Очень интересный протокол, очень относительно на русском языке, называется то, что многие специалисты первые знают о новой амбулаторной терапии 2011 года. Ну, европейское амбулаторное общество. Посмотрите сюда. Вот эта красная линия – это общая доза. Вот эта синяя – это то, что попадает в альвеолы. Что попадает в альвеолы? В альвеолы попадают частицы, которые меньше 5 микрометров, а обычно 4, 2, 1. Если частица больше 5, она, как правило, остается в рот и в рот. И чем больше крупных частиц, то получается, они генерируют маленький сок, если вы получите. Следующее, если частица имеет 1 микрометр или 5 мм, она очень часто проходит или ходит. Но, если пациент задержал до самого 10 секунд, что вы поднимаете частицы меньше 10 микрометров, кожа будет отторгивалась и кожа будет действовать. Поэтому маленький момент, когда я уже стал на 10 секунд, уже получил больше дозы лекарственного препарата. Какие основные типы ингаляторов мы используем? Первое – это аэрозольный, скажем, газированный аэрозольный ингалятор. Дальше мы можем использовать зависит от операции сока, помните, и гибрид. Казалось бы, хорошо, но часто на километр, и тоже будет большая потеря дозы в этом индивидуальном. Потом простой ингалятор, а другой ингалятор в комбинации со спейсером и мобилайзером. И все же мягкая опция, называется СТОП. Стоимость мягкая, пока по типу рецемата, но он пока держит там 12 лет, не позируется, но ничего не понимается. Каждая точка имеет свою особенность. Каждая точка уходит по-разному. Что входит в эффективность терапии? По данным американцев, 25% всех, кто получает терапию по АПУ,
Ну, и все используется для вас. Сколько у нас? Какой 25, какой 50, какой 70? Дай Бог, что выйти в пути. Второе. Вы видите, при использовании генератора ДАИ около 75% делают ошибки. Но ошибки могут делать только по расходу генератора, и это разные цифры. Цифра может быть 24, 94. Но если правильно пользоваться простым генератором, то наиболее часто будет больше эффективности простого предмета или базисной картины. Вот у тебя. Вот он стандартный способ конвертации. Если вы поговорите, то все пациенты, которые пришли с жалобами, что или не помогает, или самое основное жалоба. Врач плохо есть. Если не врач плохо есть, то я начинаю делать конвертацию. Итак, так надо ингалировать, если мы имеем достаточно этих конвертаторов. Что будет, например, в итоге показывать? Мы всегда спрашиваем, не надо крутить эти 15-20. Второе, мы делаем спокойно глубокий выдох. Нельзя делать выдох сюда. Делаем выдох, вставляем губы, два зубы, потом делаем назад, а нельзя не то. Хотя просто подстой по кругу. Но что важно вдох? Придави нельзя дышать вот так. Придави нельзя дышать вместе с 4-5 секунд для то есть вот это так. Вот это правильно называется. Все остальное неправильно. Можете ли вы делать 50 вдохов? Поверьте, вдох, и пациенты не делают 50, поэтому мы не используем центр, который убирает вот эту необходимость активации. Ну, здесь есть необходимость второй инвалидации, нельзя делать так, раз-два. Между первой и второй инвалидацией, как бы помогли, что это будет, это будет 50 примерно секунд. Ложим его. Что делает врач и на них потом было полное терапию? Ну, вот так будет интересно. Это из-за доктора, или из-за доктора на доктор? Стальяна называется. Пока он делает, я еще раз скажу. Поверьте, при такой технической изоляции пациенту до коллега 100% курит. Да? Теперь перекрываем. Ну, мы сейчас подавим. Он взял генератор,
Христос убрав і запасу, дається кожного такого. Второй тоді він побачав цим імператором там же, що саме буде цим імператором війни. Тобто так вони будуть. Вони до цього вважали. Я думаю, що розробив цілісті імператори. Дякую, що імператор Павлюков, це все вже експертно. Він експертно не є. Ці один вони вдох. Ми вилітаємо сюди, і виберемо правильно. Я должен начать резкий вдох, и когда я делаю резкий вдох, оценка 80-90 препаратов, происходит реактор, который выставил, попадает в каждой сети. Если он бежит так же сам, как здесь, 50 двух одинаково, то эффективность реакции 50%. Вот это разница между вот таким отчетом, ставим. Что же мы делаем? Нет глубокой генерации, нет глубокого медленного вдоха, нет глубокого дыхания. Поэтому, если посмотреть на хаос, можно сказать, что мы болеем лечиться таким образом, например, за стабильное здоровье, и только вот здесь мы готовы пройти в спектакль на лечебе. Теперь мы с вами говорим о порошковых комбинаторах. Их существует два варианта порошковых комбинаторов. Первое – это отзакапывание порошковой сети, это такое приемное устройство. Мы их поставим пациенту, поставим в капсулу, вставляем капсулу, открывается целый лучик, потом делает то, что капсула разрывается, потом делает то, что один два фото. Первое. Таким вариантом мы должны принять эти движения. То пациент с этими капсулами задолбается, не подпитать и все остальное. Второе. Когда мы проводим комбинацию капсулы и формы, то нужно очень сильно нужен поток духа по сравнению с многобродами. Поэтому капсулы могут применять свои роты, у детей не рекомендованы. Потом удаляется, открывается капсулу и очень интересная вещь. Например, внимание вот этой капсулы иногда могут открываться частицы, которые пациент сначала питает, и возникает так называемый желатиновый пульмонит, который вызывает повторение нижней дыхательной себя. Что касается тяжелого порошкового комбинатора. Первое. Доказанный факт вот этими клиническими сторонами публикации, то если сравнить пациентов порошковыми многодозными и многодозными, то однодозными пациенты используют намного хуже. Второе. Это мнение моего автора, вы его можете мастерить на метро. Раз техника операции порошковыми капсулами сложна, значит должна делать мама, мама не всегда будет делать, и порошковый это будет 80%. И поэтому мы не рекомендуем клиники и рекомендуем. То входит многодозовый порошковый комбинатор, вы были по медицинским сторонам. Я писал вам, как это Бухарев. Что это было три шага? Открыл медицинку, сделал все, что активировал, выдохнул и горизонтально делал сильный вдох, по самое главное. Сильный вдох. Здесь классно, не вижу ничего. Но что самого интересного? Оказывается, после комбинации порошковыми комбинаторами не надо делать вдох на медицинку. После ингаляции аэродромии это обязательно. Так что вот такая разница, поэтому передыхание с вами немножко не больше преимуществ. Что же, мы сравним. Вот вам клинические исследования. Вот это парашюты, ингаляторы обычной аэродромии, вот это парашюты на основании передыхания. Сравним. Что вас интересует? Сколько лекарства попадет в гости при правильной технике ингаляции? При моей правильной технике ингаляции комбинатором аэродромов попадает максимум 15. Я делаю правильно. Почему? Потому что я понятно, но вы заставили вам пить. Если я применяю порошковый ингалятор, то расходом больше, чем 2 раза, для данного случая 32%, или 34%, по наличию счету, пробухается максимально, дают экспозиции в этом. И следующее. Системная диагностика страшная. 11% оказывается в системе, поэтому я сейчас такой же сдаю, у меня будет стабилизировка 8, если использую порошковый ингалятор. Какая зона связи между вдохом? Вот то, что я вам сказал, что надо вдохнуть резко из порошкового ингалятора. Вы видите, вот это высвобождение препарата из капсулы. Что? Как высвобождается? Что вдох, как порошковый? Вы видите. Резкий вдох, их будем здесь, если медленный вдох будет здесь. И сколько? На процентов 25-30, эффективность будет минимальной. Но такого возраста можно изменить, что полный вариант сделать адекватный вдох.
Литература психических книг, но искусство мы должны это оценивать. Посмотрите, сколько есть. Каждый момент, когда я чувствую, что я приезжаю в таблетку, это все приведу, как я не могу, это тип маркетинга, то есть я прихожу, говорю, прошу, дарят мне. И тогда же ты должен быть пробный. Теперь у меня вопрос. Приходите, знаете, с пульмонологом я не говорю, что не могу. У кого сколько иммунаторов? У каждого пульмонолога или блога, как мы говорим, куча иммунаторов. И пациент должен прийти, и ты можешь показать. Но, к сожалению, мы нам даже не одноразовые, а мы выведем, которые одноразовые иммунаторы. Теперь, давайте посмотрим на один такой интересный момент порошковых ингаляторов. Какие? Каждый порошковый ингалятор имеет внутреннее сопротивление. Что это такое? Чем ниже сопротивление, тем пациент должен сделать более мощный вдох. Чем выше сопротивление, тем вдох меньше, пациент делает эту ингаляцию легче. Поэтому в этом протоколе на русском языке, о котором вы видите, что можно найти? Берутовый ингалятор свой, какие факторы? Низкое сопротивление. Что есть низкое сопротивление? Нужно сделать сильный вдох. Поэтому, когда пациент пользуется капсулой, или это не то, что представляет на его капсулу, иногда он должен сделать два вдоха. Раз, и второй, что это капсула, что это капсула, что это не поток. Вот почему педиатрия не мало эффективна. Если мы говорим про дистанцию, если мы говорим про дистанцию, то мы говорим про дистанцию, допустим, про средний высокий. Таким образом, новое подсоединение ингалятора, мы понимаем, что есть ингалятор, все есть ими. И что же, вспомни, аэрозольный порошковый. Аэрозольный здесь уже пустит через дезинфекцию стрейфера, после пустит дезинфекцию стрейфера. Но, считаем так, до 3 месяцев стрейфера с маской, после стрейфера, если пациент может без маски, это не стуком, я вам потом как-то буду говорить. Что важно? Трудно определить дозу при использовании аэрозольного ингалятора, трудно определить остаточную дозу. Здесь еще обзывается максимум 15%. Какой эффект будете делать люди? Долго вы приступаете, вы сами поможете. Неделю, две, три. Пациент берет такой пользуется и не получит правильную дозу. Если ингалятор вы пользуется аэрозольным на протяжении нескольких недель, то силы его использования, его силы рынка. Три раза. Если мы покупаем новый аэрозольный ингалятор, мы должны сделать 3 раза для того, чтобы активировать терапию, и при первой дозе будет минимальный блок. Противоположность порошковой ингалятора ставится сильной. Тут нам важно что? Сильный блок. Здесь длительный блок и координация, здесь сильный. Не надо задерживать дыхание, и экспозиция может до 34 от 15-16% препарата, в зависимости от осталочного устройства. Теперь, у нас градация существует спейсера. Ну, у нас один возможности. Спейсеры базируются по цвету, в зависимости от возраста. Это спейсер для взрослых и подростков, то есть иногда и подростков, и взрослых, не может делать ингалятор. Это спейсер с мурстуком. Спейсеры базируются на спейсере с клапанами и без клапанами. Вы можете купить спейсер с маской, с без клапана, и не купить по-другому. И у нас спейсер проводится тут не сегодня желтенький, а вот тут есть перебережки. Это свисток. Свисток, который показывает, что пациент будет неправильный. Я вам сказал, что когда пользуется пациент ингалятором, он должен сделать 4 секунды. А если он делает это, то чуть-чуть. Самое интересное, с вами публикации, которые я сижу, то очень нравится, что он сказал ингалятор чуть-чуть, что он все равно правильно делает ингалятор неправильно. Что входит в спейсер? Вдруг имеется спейсер. Идея такая. Уменьшить порохоизоляционное депонирование, уменьшить побочные действия, уменьшить биодоступное спасение. Нет необходимости координировать. И поражается для всего мира. Если ты взял спейсер, координировать движение не надо. Только при условии, если взял спейсер, не сплавно. Если ребенок кричит, ингаляция будет мало эффективна. Увы. Дыхание через мозг повышает депонирование лекарственного средства. Теперь, что разница? Какая техника? Если я беру ингалятор с клапаном. Или такой, который есть клапан. Неправильно видно. Какой-то момент. Вот
Так вот, когда мы используем клапаны, вот этот клапан, хоть маски клапаны, я спрашиваю номера, поэтому что я поставил маску на маску, важно быть с другими местами. Назад и делаем примерно 10 вдохов. То есть он всем маску с номератором делает 10 вдохов. Если я делаю пользу номератором, то мне достаточно сделать несколько вдохов. И теперь, то же самое есть разделение по воздуху, это что-то запись протокола. 10 вдохов, 3 лет должны 10 вдохов делать, а после 3 лет должны делать минимум 5. Сколько 5? Мы должны 5, 8. Но мы этого тоже не знаем. Если год 2 года, то 10 делать сами для вас, то 8 раз. Это важно, что мы можем. Теперь, если нет клапана, то есть нет других клапанов, значит что? Я нажал, а разум полетел. Поэтому я должен тоже активировать. Я помогу. А если он взял без клапана и не успел вдохнуть, то теряем 50% от него и так не без клапана. И то, что есть, это как-то не будет. Итак, если вы можете делать 7 минут вдох, если вы создаете полностью поставить 45 секунд, то будет классно, но не будет 10 секунд, поэтому только перед вдохом, когда у вас есть. Ну и покажу вам маску с ингалятором, тоже присоединяю к нему. Важно для дрожки, что делается песком. Все, что у нас продается, это не плавно, а не плавно.
Если пациент получает комбинированный препарат в форме стероида, допустим, будет комбинированный другой кортикостероид, то пациент может снимать свечу 1-1-2. Это называется смарт-терапия. Описание начинается с 12-19 лет, разве как бы стало. До 12 лет, это только детей не часто было. Раньше такого не было. Ну, специальная статья, доступная в интернете. В 2017 году, когда вы смотрите, видение острых бесполковных заболеваний и лечительской популяции роль оральных кортикостероидов. Потом я сильно кортикостероидов, сильно схематология. Или вирус эпизода у детей до 5 лет и после 5 лет. Ну, давайте посмотрим. Может быть, у пациента, у которого стало статистика, что сильно кортикостероидов, или бронхиальная астма, или это уже доступность, это Если у меня пациент с тяжелым бронхиальным приступом, я могу сразу комбинировать тальбутамол и протопол. Но нельзя комбинировать тальбутамол и диазол. Потому что там тоже есть бронхиальный приступ. Просто моно и протопол на бронхиальный нет. И вот тут написано дальше. Continue to control corticosteroids if the patient is already treated. То есть, вот это все, если я пациент до меня, до того, как он попал ко мне в стационарный приступ, он был готов, не принял corticosteroids, я продолжаю. Но если попал ко мне в приступ, он был готов, зачем ему нужно стать corticosteroids, или corticosteroids, я не буду действовать через какой-то срок, через 5 месяцев. Я должен купировать вакцину, и как можно раньше назвать их кортикостероид, но назвать их кортикостероид, то есть нет этого. Теперь, если вы смотрите на среднюю дозу, тут вакцины и дозу кортикостероид. То есть, что не кортикостероид, то есть, как он помнит, что это пациент получал его ранее. Как является эта вакцина амбулаторной терапии? Тяжесть поражения легких важна. Тоже, что пустились в кровь от турбулентности мистера, и лекарство может не попадать. И обратите внимание на последнюю вот эту фразу. Это не умеет быть силой его рода лекарства. То есть такой же принцип тяжелый метод, мы все делаем для электронного терапии в лекарстве. А если пациенты тяжелый принцип, много свидетелей, то кортикостероид не будет работать там. Он остается здесь, потому что он не нужен, но это. Ну, а как сказал, пустили спортивные стороны, пустили зависимости для вакцинации. Вот с вами вышли на метод. Ну, так вот. Да, нет. Проведены исследования. Давай, больше кастеролог не замотворенный стороны и больше замотворенный кастеролог. Вы видите, там где скорость кастеролог стороны, не замотворенный. Нет, до сих пор убедительных доказательств подтверждается возможность такой для кастеролог, так и сдомнили стороны кастеролог. А если это нет, то он совсем загружает его в стадионном состоянии и в препарате. Вот тоже интересное исследование. То есть кто-то во время препарата приступа купирует дома опадочной терапии. Что лучше? Поростой или на последнюю зону? Вам примерно установлено вот это. Что бухало, а не бухало, это скорость от смарта. И что мы видим? Для получения одного и того же использования, когда мы применяем турбухайлера до нужного кафара, то получить тот же самый эффект стрессера до нужного ступеня на базе. Дальше. Если вы учите эффект, то что будет? Вот тут будет при применении со стрессером пороховым молоком. Это для базовой терапии, то есть практически все-таки пороховым молоком. Но
Можете вам лице, можете сделать так, что не Бог попадает в Божьем кольце в себе, но вы не можете быть на вопрос. Теперь, после доступности, вы знаете, что простые, не надо просто вам, когда есть они подходы. Это расходы, не выбираем там, где вы сами не знаете, что всего, это совсем разные вещи, это минимальное количество. И вот эти интересные данные, вот эта сумма. Если какие-то такое числа аэродинамические более стабильные, то есть какие-то данные, они транспортируются в лучшие, поэтому больше 40% это действительно делается на температуру полосова, а 15% это только не делается. И идем на дальше. Спасибо за внимание. Все вопросы будут.